По состоянию на 16 августа в 13 муниципальных образованиях Приморского края затоплено 706 жилых домов, 916 приусадебных участков, 20 участков автомобильных дорог, отрезан 21 населенный пункт. За сутки от воды освободилось 2239 жилых домов и 2305 приусадебных участков. Восстановлено сообщение с 5 населенными пунктами. В Приморье с 15 августа введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Всего более 4700 человек, 715 из которых дети, эвакуированы из затопленных домовладений и перевезены лодочными переправами. На территории края развернуты и функционируют 8 пунктов временного размещения, в которых размещены 275 человек, в том числе 62 ребенка. В настоящее время наблюдается стабильный спад уровня воды по реке Раздольная в Октябрьском, Уссурийском и Надеждинском муниципальных образованиях. Вместе с тем подъем уровня воды сохраняется в среднем течении реки Большая Уссурка у села Рощина и нижнем течении реки Большая Уссурка у села Вагутон и города Дальнереченск, в нижнем течении реки Малиновка у села Ракитное, в нижнем течении реки Илиста у населенного пункта Халкидон, в связи с чем ожидается рост числа потопленных придомовых территорий на реке Уссури. У населенного пункта Кировский ожидается прохождение максимума паводка. С учетом изменений складывающейся обстановки производится передислокация сил и средств и наращивание группировки. Спасатели МЧС России работают в наиболее пострадавших районах. Продолжаются работы по откачке воды. Спасатели оказывают адресную помощь населению. Жителям, которых отказались покинуть свои дома, спасатели раздают воду и продукты питания. Инженерной техникой Амурского спасательного центра проводятся работы по восстановлению проезда в отрезанное село Борисовка Уссурийского городского округа. Напомним, что из резерва МЧС России спасатели чрезвычайного ведомства по субъектам Дальневосточного федерального округа в Приморье уже доставили более 300 тепловых пушек, более 100 мотопомп и 240 дизель-генераторов. Всего для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 552 человека, 238 единиц техники. Из них от МЧС России 332 человека и 97 единиц техники.